По данным Приморского ОГМС, в связи со смещением активного циклона на акваторию Японского моря и его продолжительным влиянием на погоду Приморского края, в период 15-16 июля в южной половине края ожидаются дожди. На юге и юго-восточных районах сильные и очень сильные. На юго-востоке края местами ожидается продолжительный сильный дождь. На побережье дожди будут сопровождаться ветром 15-20 метров в секунду, у мысов порывами до 25 метров в секунду. Высота волн 2,5-3,5 метра. В бухтах юго-восточного побережья сильный накат, подъем уровня моря. На реках южной половины края ожидается формирование и прохождение дождевых паводков высотой подъема уровня воды до 0,5-2 метров. На отдельных участках с выходом воды из берегов подтоплением прилегающих территорий. Наиболее паводкоопасными районами являются Хасанский, Уссурийский, Шкотовский, Партизанский, Лазовский и Ольгинский. Главное управление МЧС России по Приморскому краю рекомендует жителям и гостям Приморья скорректировать свои планы на период действия предупреждения, воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов и выходов на туристические маршруты. Владельцам маломерных судов воздержаться от выхода на морскую акваторию на период действия предупреждения. В связи с сильным штормовым ветром возможно падение слабо закрепленных конструкций. Ограничьте нахождение на открытом пространстве. В случае чрезвычайной ситуации немедленно сообщайте об этом по телефону вызова экстренных служб 112. Берегите себя и своих близких и не подвергайте свою жизнь опасности.